У нас за окном дождь. Как и в России, то снегопад, то дождь. У нас все одинаково. Зима в этом году интересная. Ребята, а я вам хочу сказать, что сумочки Брамин мы с вами заказывали буквально вот несколько дней назад, когда были скидки на сайте Брамин. Скидки там закончились, и поэтому смысл ваших заказов показывать вам я не вижу. Всем, кому я не отчиталась, они начали приходить. Я до понедельника отчитаюсь по приходу ваших сумочек. Но показывать их в роликах я не буду по той простой причине, что сейчас кто-то их захочет, а их уже нет. Поэтому если кто-то захочет новые сумочки от Брамин, у меня к вам предложение ждать сентября. Либо, так, а как тут поменьше сделать? Не хочет, ладно. Либо выбирать то, что я показываю в роликах, а в роликах иногда бывает 65%. Или как вот в этом случае, так, отставлю пока эту сумочку. Или как вот в этом случае, сумочки мне попались в TJ Maxx. Ну, я не смогла их там просто оставить. Я потому что знаю, что они вам очень сильно нужны. Вот эта вот красотка. Элейн, она стоила 265, а в TJ Maxx она обошлась нам 129,99. То есть это, конечно, скидка не 65%, но очень близко, наверное, ну, больше 50 точно, да, то, а может быть и 50, 265, да, чуть побольше 50%, 51, 52, где-то, наверное, так. Это очень хорошая скидка именно вот на такую вот красотку сумочку, поэтому если у кого-то есть желание, они у меня в наличии. Не смогла я их оставить в магазине. Ждут свою хозяйку. Вот. Или я же вам еще обещала, что я сделаю розыгрыш на 8 марта с сумочкой. Если я с этого прицела тоже покупала. Если вдруг кто-то, ну, если вы их не заберете, то будем разыгрывать их на 8 марта. Вторая сумочка Даксбери. Это медиум размер. Тоже обалденная скидка. Так, ну вот это видно, Мельбурн под крокодила. А вот это такие чешуйки, я даже не знаю, что это. Чешуйчатый крокодил. 149,99 при начальной стоимости 335. То есть скидка, наверное, 65% и получится. Я, честно говоря, не считала, но если кому-то уж прям сильно в процентах интересен этот вопрос, то вы, конечно, можете посчитать, сколько это в процентном отношении, но в любом случае очень много. Так, это вот у нее с кармашком получается задняя стеночка, а на передней стеночке так пилюлька наша красивая, Одесская киностудия. Кто помнит этот прикол по Одесской киностудии? Спасибо ребеночку, который в Украине маме сказал: «О, что это за сумки, Одесская киностудия?» Вот, теперь мы так называем эти пилюльчики. Так, и вот это у нее лицо. Вот здесь вот без кармашков. Вот, вот такая вот эта сумочка Брамин. Что у нас? Нету шильдика? Нет, у нас нету шильдика, представляете? Ну, вот здесь вот на клепочках везде Брамин. А, так, на каких вот? Вот на этих вот клепочках везде Брамин написано. Ну, вот смотрите, вот такие иногда встречаются сумочки, что у них вот здесь вот нет шильдика, как вот у этой вот красотки. Такое бывает сплошь и рядом у них в последнее время. Ну, и эти две красоточки. И, девочки, я знаю, что мы уже все саквояжиков набрались. И все такое. Но не смогла я пройти мимо этого. Потому что я помню, что когда раньше я жила в России, мне всегда хотелось такой саквояжик. Такой бабушкин вариант. Кто-то говорит: «Ой, нет, я бабушка, мне такой не подойдет, мне нужна мягенькая». Нам всем нужны разные, и бабушки мы или не бабушки. Каждый выбирает сам. Вот этот саквояж очень похож на Патришу Нэш, но это итальянский бренд, стоит всего 79,99. То есть у него цена была порядка тоже 200 с лишним, потому что вот даже со скидкой 140, например, вот вы видите, 265 цена, потом она со скидкой стоила 200, и вот в TJ Maxx 129,99. Это тоже вот 140, это уже со скидкой, соответственно, у него просто, ну вот цена ни о чем для такого итальянского Джани Конти.
цена ни о чем. Я тоже его оставить там не смогла. И я недавно девочке, она мне просила, чтобы я ей саквояжик отложила. Вот с такими вот заклепочками. Я ей его выкупила, и прям непосредственно она его сразу забрала. То есть я уже и не выкладывала даже в ролик. Вот. И потом я увидела еще один такой. Ну, думаю, ну, он точно нам нужен. Куда-то он у нас пойдет. Так, ну, здесь ценника нет, только вот все итальянские приблуды. 100% натуральная кожа, бренд. И у него есть длинный ремень, вы видите, да? Прикрепляется он вот сюда, этот длинный ремень. Такая оружейная фурнитура. Вот такой вот захват для закрытия. Так, сейчас что-то мне тут мешает. Я хотела внутри вам показать. Потому что эти сумочки мы знаем, они там с кармашками на передней стеночке и с карабинчиками. А этот вот он с пыльничком идет. Эти, кстати, тоже с пыльничками, естественно. И вот такой вот он красивый. На замочке карман на задней стеночке. Вот его видно. И вот такой вот накладной карман на передней стеночке. Вот эти клепочки вот здесь вот видятся. И вот такой вот захватик у него. Вот его, конечно, если кто у нас новички, то не думайте долго, потому что заберут его быстро. Потому что кто-то думает, что он может думать один день. Нет, иногда у нас даже 10 минут нет после выхода ролика. Так, попало у меня туда. Что у меня туда попало? Вот это у меня туда попало. Вот. Так что пишите. Мой WhatsApp в описании. Если я его в ролике не оставлю, то он будет в описании. Всем всего доброго. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.